Всем привет! Сегодня для вас проведу тренировку с элементами пилатеса и адаптированную именно для танцовщиков с укреплением всех групп мышц и с улучшением мобильности. Hello everyone! Today I will give you class with pilates elements and especially adapted for ballet dancers, for dancers to involve all muscles and improve your mobility. Давайте начнем с разогрева. Let's start with warm up. We are doing a big inhale and start walk forward to plank position and back. Вдох. И проходим вперед. И обратно. Дыхание очень важно при выполнении любых элементов. Так мы повторяем несколько раз. Раз 10, для того, чтобы полностью разогреть наши руки, разогреть кор и также разогреть ноги. We repeat this kind of warm-up several times, till you will feel like that your body quite prepared. After, we will do just simple releves. Put your arms on the hips and just go up. Делаем обычные ролеве для того, чтобы разбудить наши икры, наши стопы. И мы как будто прокатываем всю стопу на высокий полупалец. Так мы повторяем 30 раз. We do releves 30 times. It's just enough to really wake up your calves. Also, we have to warm up our arms. Just start to walk on the place and do little pulses with your arms. And turn your head to the right, to the left. Делаем небольшие, как будто бьющие, пульсирующие удары руками. И параллельно поворачиваем голову вправо-влево и переступаем на месте. Это поможет разбудить руки. И делаем это до тех пор, пока вы не почувствуете такое легкое горение. И после этого добавляем динамичные кружочки руками. And after pulses, we add some little circles with your arms. After pulses, circles. It will help to warm up your arms. Now we are ready to begin some exercises and we will start with lunges. We do it backwards and we do some port de bras to the side. It also helps to balance. And after we do squat and change side, back, port de bras on the hip, squat. Сейчас мы делаем выпады обратные. Пришли в это положение. И делаем пор-де-бра от передней ноги, подвели ногу, присели, выросли, и другая нога. Пор-де-бра, руку на пояс, присели, выросли. Мы повторяем это упражнение по 20 раз на каждую ногу, и можно менять пор-де-бра, можно его делать от ноги к ноге. Это поможет вам также включить кор, и при этом улучшить баланс. То есть, если делать просто выпады, этого недостаточно, я считаю, для включения всех мышц. Поэтому мы добавляем пор-де-бра. To involve all groups of muscles, we add this пор-де-бра after we step back. It will help you to improve your balance and involve your core, your arms, and it's really useful. Now we will do squats.
And we will do it in really nice ballet position, so it will help for our turnout and also raise our strength. Мы сделаем сейчас приседания по широкой второй выворотной позиции. Это поможет нам улучшить нашу выворотность и укрепить мышцы. Итак, мы садимся во вторую позицию. Не обязательно сильно переворачивать ноги. То есть чуть-чуть менее выворотная, чем нам привычно. И мы садимся в плие и вырастаем. Садимся в плие и вырастаем. We don't need to turn our feet like extra turnout. We do just like comfortable position and we go to squats. Also think about your tight stomach and really flat back. You can be a little bit above your legs. You don't need to go back. Думайте, кроме приседания, также о вашем прессе и прямой вытянутой спине и корпус как будто чуть-чуть над ногами. Необходимо сделать два подхода приседаний по 20-30 раз. Now we will go for push-ups. You can do it from the knee or with straight legs or combine it. Сейчас мы сделаем отжимания. Вы можете делать это с прямыми ногами или с колен, кто как лучше подготовлен. Или же вы можете это комбинировать. Я сделаю для вас комбинированный вариант. Также мы помним про дыхание. Когда мы делаем отжимания от пола, мы выдыхаем, когда опускаемся, вдыхаем. После мы ложимся на живот и поработаем над спиной. Now you lay down on your stomach and we will work with strength of our spine. Ложимся лицом на пол, сгибаем руки, поднимаем корпус, поднимаем ноги и начинаем отводить лопатки. Raise your arms and your legs and now pull back your elbows and push forward. Pull back and forward. Really feel your shoulder blades. Чувствуйте ваши лопатки, как они опускаются вниз. Мы делаем 20-30 повторений. После этого позу младенца растянули спину и делаем еще один подход. After we did it once, like for 20-30 times. We go to child position, stretch our back, and after that we repeat. After each workout for the back, we have to do something for the core to keep this balance between muscles. Каждый раз после того, как мы делаем упражнение на спину, нужно сделать упражнение на пресс для того, чтобы сохранить баланс. Мы приступим к динамической планке. We will do dynamic plank. Встаем на прямые руки и стоим на прямых руках хотя бы 35-40 секунд. Кто уже продвинутый пользователь, можно дольше, минута 30. После этого мы опускаемся на предплечье, стоим также 30-40 секунд, или кто уже подготовлен, стоит дольше. После закрепим успех с прессом в статике. Мы подтягиваем ноги к себе, ловим баланс и держимся. Нужно продержаться 2-3 минуты. И также можно вытянуть ноги наверх и добавить пульсирующее движение в руках вместе с дыханием. Now we will do exercise for balance and for core. Just try to keep this position, your legs close to your chest, and add some pulses with your breath. And combine it with straight or bent legs. And try to hold it for 2 or 3 minutes.
В завершение тренировки мы постоим еще в планке. Кто сколько может, я советую каждый раз потихонечку увеличивать время, и постепенно это будет становиться все легче и легче. In the end of our workout, we will stay in plank again, and I recommend you to stay a little bit longer each day, and after that, each day it will become easier, and even you will enjoy it. Эту тренировку вы можете выполнять как отдельно, как разогрев, а также, если вы хотите увеличить нагрузку, можно последовательность этих упражнений перевести в круговую тренировку. То есть, повторяя упражнения одно за другим, но повторять их несколько раз, несколько циклов. You can do this workout as a separated warm-up before your training, before your performance, before rehearsals, or you can do it harder and repeat all exercises in circles, like several times, all exercises one after another. And stay tuned, soon I will go live with the dancewear, and I hope that you all doing well. Оставайтесь на связи. Надеюсь, что в скором времени мне удастся провести для вас тренировку онлайн. И я желаю всем здоровья и прекрасного настроения.